Здравствуйте. В общем, финал этой истории с лестницей. Вот старые перила, старые поручни. Вот, там еще ребята доложат плитку. Ну тут это все будет краситься, поэтому здесь еще финальная будет покраска. Вот, я свою работу сделал. Вот так вот примерно это выглядит. Здесь тоже это все затянут ребята с антуфером и выведут в ноль. Ну, то есть там головки, шляпки самореза, да, там. И все такое, вот так вот это выглядит теперь. Освещение не очень, но я обещал показать финал истории. Поэтому. Поручни старые, какие, так сказать, они немножко очень ровные. Вот здесь с этим поворотом я намучился, это наводил. Вот он в двух плоскостях, почти в трех. В общем. Вот так вот. Буду на носках, потому что не хочу царапать покрытие. Отсюда песчанка сыпется. В общем, вот так вот. Тут кое-какие еще финальные штрихи, но это касается лакокрасочной, так сказать, части этого балета. А так, в общем, изделие готово. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно.